Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию! Да-да, хвастайся своей золотой снайперкой. Все мы помним, все мы знаем то, что Мия в предыдущей серии выиграла и забрала себе мою корону, которая вот там, но она принадлежит Мии, и также забрала золотую снайперку. Но! Кто первый сядет в лодку и добежит туда до конца, тот самый большой молодец! Погнали! Давай, кто ко мне? Кто финиширует первым? Мне кажется, мы с мусор, а? Нет, да, мусор! Мы победили. Мы первые. В смысле вы первые? Мы первые. Не забывайте то, что еще и обратно нужно как бы доехать. Давай. А, не, так не считается, именно нужно... Алло! Ну ладно, я на тебе сейчас оторвусь. Все, давайте быстренько прячемся и быстренько начинаем серию. Первый раунд. Алло, раунд еще не успел начаться, уже все стреляют. Ладно, мы играем, наверное, или до трех, или до четырех. Мы посмотрим, как у нас будет вообще игра дальше происходить. Посмотрим, кто затащит в этой серии. Посмотрим, кто сможет выжить. Кто убил того благословенного? Я поняла, ты меня убил. Кто тебя убил, Мия, скажи, пожалуйста. Кто этот подлец? Кто этот негодяй? Я сейчас отомщу за Мию. Я сейчас... Ты? Я! Смысл? Я никого не трогал, тем более тебя, Мия. Ты шо? Как ты посмел? А почему мне стрёмно выходить наружу? Я не знаю, почему тебе стрёмно. Мне, допустим, не стрёмно. Алло! Кто? Я да хватит меня выталкивать, Мия! Никич, ты чё там, Серк, ты чё там снизу делал, а? Я тебе успел два раза пыхнуть ножом. Я же встречу. Не толкайтесь, пожалуйста, если вы меня столкнете, вы знаете, что вы будете забанены. Не надо толкаться. Короче, давайте сделаем так. Кто остался? Константин Петрович и вроде как Мунстр, да? Мунстр. Да, привет всем. Как дела? Рассказывай, Мунстр. Все ужасно. Почему? Что такое, Мунстр? А, ясно, дело. Знаешь, почему все ужасно? Почему все ужасно, Мунстр? Потому что у меня четвертый год нет новогоднего настроения. Нет новогоднего настроения? Абсолютно. Это как так, Мунстр? Это почему? Ну, типа, вот смотри. Ну, должно же хотя бы маленечко быть. У меня тоже нет. Да как? Ребят, тоже. Ну давайте мы хотя бы немножко поднимем настроение и Мунстр, и Мия, и всем. Поэтому поставь, пожалуйста, лайкосик прямо сейчас и подпишись на канал, если ты это сделаешь, то мне кажется, ну хотя бы немножко настроение новогоднее все же поднимется. Возможно, я не знаю. У меня сессия. А, у тебя сессия. Но все же лайкосик в любом случае поставь, потому что новогоднее настроение всем пригодится. Если, конечно, тебе не жалко. И подписаться на канал также. Короче, делаем так. Мунстр. Мунстр. А, я знаю, где Мунстр. Константин Петрович! Это не Мунстр. Костечка, как я тебя... Вы меня так обугали, господи, за что? За что, господи? В смысле, Костя, ты напугался? У меня есть предположение, где может быть Мунстр, а нет. Вы были рядом. Предположения ошибочные. Мы были рядом. Мия-мия-миюшка. Ми-мия-мия-я-ми. Мия-мия-мия-я-я-я. Да, я знал то, что ты там, Мунстр. Я знал, ты там уже третий раунд подряд сидишь. Хорошее место. 1-0. Следующий раунд, потопали. Я даже не удивлен. Даже не удивлен, то, что раунд не успевает начинаться, как уже все стреляют. Константин Петрович. Знаешь что, Константин Петрович? Алло! Кто? Алло! Кто стрелял? Куда стреляла? Кто стреляла? Ля-л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 я. Что? А вот сейчас будет изи победа. Где? Никич, где ты был? Я вообще-то выслеживал Константина Петровича. Ну ты, конечно, и жопошник. Я был недалеко от тебя, говорю. Опа! Я ему... Так, хорошо. Напряженная такая игра, напряженная. Мия, мы же друзья, да?
ну, не в этот, не в этом раунде, мусор, не в этом раунде. Не в этой жизни. Не в этой жизни даже, скорее всего. Да. Не надо, убери. Ну, зачем? Я случайно мусор, извини, пожалуйста. Чё, где? Фу, мусор нафуняла, напердела, ага, да, конечно. Нафуняла, напердела, в одном нафуняла мусор, как не стыдно, как не стыдно. Ты иди, я... Так, кто живой вообще? Никто. Все мертвые давно пришли. Тебе кажется, Никич, тебе кажется. Не подходи ко мне. Опа, опа, пара, папа. Костя задолбал! А тебя не Костя спалил? Никич, привет. Я только сейчас понял, что я говорил без микрофона. А, это бывает такое. Точно не. Да ты тут кто? Извини, я не хотел тебя пугать. Ааа, не туда упала. Ники, честь не меня. Вот так ты меня любишь, ясно. Хочешь. Подождите, вы что? Ники, что ты делаешь? Что? Я упал. А мне нравится. Я видела. Я сначала упал не в то место, а потом упал. Ты вообще ни в какое место не упал. Хорошо. А я выиграл. Никич сливается, Никич просто сливается. Мне кажется, он с Мией договорился, да? Ну ладно. Давайте следующий она раунд. Она не заплатила. Да, я в принципе так и понял, так всегда. А, кстати, я забыл с вами поделиться одной новостью. Точнее, с подписчиками я уже поделился, а вот с тобой я забыл поделиться. Вот. То, что в следующей серии будет новая карта снайпера. Поэтому, как я уже сказал, чем быстрее мы наберем лайки, тем быстрее будет новая серия. Поэтому ставьте лайкусики, кря, чтобы вышла новая серия. Мия, ты меня спалила? Пожалуйста. Да кто стреляет? Куда стреляет? Да куда кто стреляет? Вы мне можете объяснить? Да что за дичь происходит? Кем ты воевала? Там кому-то мама в комнату забежала. Костя, это к тебе. Костя. Подождите. Константин Петрович, у тебя там все нормально? Костя, Костянчик. Кость. Подожди, Мия, включи невидимость. Я без микро. Костя, у тебя все нормально? Ладно. Почему в башке? Что? Что такое, Мия? Что? Подождите, у меня вопрос. Вы слышали, как Косте мама в комнату ворвалась? Да. Подожди, тут что, новая нычка? Подождите, да реально, здесь что, новая нычка? Я только сейчас заметил. Да кто ее сделал, алло? Тут стенка была вот. Да, тут стенка была, подожди, я тоже только сейчас понял. Все хорошо. В следующей серии уже будет новая карта, поэтому не переживайте. Я не понимаю, что происходит. У Константина Петровича гости дома. Мама его бьет ремнем. Мустер вообще ливнула. Надеюсь, сейчас все присоединятся. Я ливнула? Да, ты вышла из игры. Я тебя так убил. Один Никич. Один Никич здесь. Все, давайте следующий раунд. Да! Давай, каждой площади у нас заведено прямо на начале раунда уже стрелять, мне так кажется, да? Здесь никого. А я кого-то видел. Кого ты видели? Господи, хоть бы это не я. Хоть бы это тоже не я был, пожалуйста. Мия, пожалуйста, скажи, что ты не меня видела. Кого? Собака, просто убейте, пожалуйста, ее кто-то, как? Я тебе говорю, я видела красную шапку, я шапочку видела. Подожди, то есть... Ой, я тоже видел кого-то. Ты меня через стену видела? Нет, вот ДПшни. Да, ладно, все, неважно. Убейте Мию, пожалуйста, кто-то, убейте ее. Ну, пожалуйста, ну, если вам не сложно, я просто благодарен вам буду. Мия, ты где? Мия! Ты же умер. А, это Мия! Это вообще-то она просто мою голову стараторила.
Да! Ура, 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 ура. Я больше не буду сниматься, все, я пойду. Подождите, Константин Петрович. Подождите. А где монстр? Монстр опять. Ну. А, ну да, монстр. Ну я как всегда. Монстр как всегда. Монстр как всегда. Ладно. Монстр, ну ты понимаешь, что тебя так будут искать просто до конца веков. Опа, Костянчик ливнул! Опа, все же мама отшлепала его ремнем. Чтобы вы просто понимали, Костян уже на протяжении 20 минут просто ноет. Давайте быстрее закончим эту серию, а то мама. Да, Никич не туда, Никич. Оп, он да. Ну, хорошо. Монстр, поздравляю. Я же говорил, лучшая тактика. Лучшая тактика. Все, Костя, ты проиграл. Костя, самое главное, убил Мию. Подожди, что? В смысле нет, Костя, дисквалификация. Костя, ты понимаешь, ты даже в геймоде 3. Все, ты вылетел, Костянчик. Он уже умер. Монстр, поздравляю. 2-1-1-0-0. Следующий раунд. Погнали! Да, да, вот, я уже засыпаю, честное слово. Ого! Это сейчас законно вообще было, я не могу понять. Это кто? Ё-моё. Подожди, я понял, да, Костя умер. Никич, я тебя ненавижу. Да тебя все не любят тут, Костя. Взаимно. А меня Тед не любит, поэтому... Да в смысле люблю, алё, ты чё наговариваешь вообще-то? У тебя ник видно. Подожди, кто умер? Убейте Эдисона, пожалуйста. Никич умер, хорошо. А Никич умер. Да я... Что ты тут сказала? Да в смысле, да как? Я ж по тебе попал, я видел, как кровушка с тебя немножко так потекла. Как? Ты когда я умерла? Так я два раза по ней... Я этого Никича убила. То есть счет 2-2-1-0-0 получается, да? Мия даже ливнула, Мия! Ты чё ливнула? А мне будет награда за то, что я убил Мию? Ай, дурдом какой-то, я ничего не понимаю. Ладно, давайте последний раунд или не последний посмотрим. Как без этого? 2-2-1-0-0. Вот в чём прикол. И, чтобы вы понимали просто, кто смотрит эту серию прямо сейчас, чтобы вы понимали, у меня 4 часа ночи. Ну, по мне, скорее всего, видно, да, как мы записываем ролики. Мы никак не можем его дозаписать, потому что счет как бы... Опа! Мусор... У кого? У кого она видна? Да скажи, пожалуйста, где хотя бы Мия, то я даже не знаю. Смотри, вот я тебе скажу, это ее типичное любимое место. Я не знаю. Я больше не буду снимать с вами. Это так смешно. Неплохо. Неплохо, я прям на ходу его убил. Знаете, что я скажу? Что очень ты? Опасные люди. Мы очень... Ой! Мы очень опасные люди. Чего ты там взяла? Давай! Да ты... Я очень... Алло. Ты ко мне в гости пришел? В смысле к тебе в гости? Я не знаю, где ты. Я ж на дне. Ты меня видела. Ну то в этом-то и прикол, то, что ты меня видел, но я не знаю, где ты. Мия! Кря! Мия! Не кря, Мия! Да нет! Да кто... Да что происходит? Да кто? Откуда? Вы мне можете объяснить хотя бы? Да, Алена! Да она... что ты не Алена? Проблема в том, что Мия знает уже на протяжении всего раунда, где я нахожусь, и я не знаю, где Мия. В смысле, ага. Типа я должен знать, где ты находишься, да? Окей. Да. Хорошо, я уже понял. Ты меня видишь на протяжении всей игры, я не имею ни малейшего представления. Но я тебя два раза видела. Ага, то есть я должен догадаться, да, где ты? Да как ты меня сутка ты! Знаете, что забавно? Эдисон был внизу, а Мия наверху сидела. Вы друг друга искали, когда были друг от друга. Ай, ёханый бабай, как меня уже бомбит, а честное слово, мы полчаса... 4 часа ночи, дайте, пожалуйста, я уже готов даже проиграть, дайте мне следующий раунд, пожалуйста.
Рэмбо, последняя кровь просто, потому что у нас 2-2-2. Ты еще чего? Есть! Есть! Подожди, а что сейчас только что было? Я ничего не понял. Я убил Мун. Это ты, конечно... Я думал, кто меня спалил? Да кто стреляет-то столько, а? Алло! Эй, зачем? Мун, ты же уже два раза... Да я пыталась... Я невидимость пила, алло! Подожди. Я чью-то там башоночку видел, чью-то башоночку. Остался Костя и остался кто? А Никич еще? А, значит, еще Никич остался. Ну, смотри, Никич, короче, очень такой коварный, коварный, молчаливый, молчунский молчагун. Кого убили? Здрасте. Добрый день. Ой, здорово. Блин, у меня патроны кончились. Здорово, здорово, здорово. Здоровесеньки булы. Здоровесеньки булы. Здоровесеньки. Чё, чё такое? Короче, сейчас подожди, не убивай меня, я тебе помогаю выиграть, получить корону обратно. Да я мою, я не Да я случайно, да я случайно тебя бью. В смысле, Никича? Я тебе помочь хотел. А где Никич был? Да он прям передо мной был. То есть ты... А, то есть ты за ним бежал? Да. Я тебе помог бы потом выиграть. Я же в любом случае тебя бы не убил. Почему ты бы меня не убил? Да я же нубик. Нубик он. Никич, ты случайно не в геймоде? Подожди, я... Никич, ты в геймоде был! Да! Я даже убил того человека! Никич, ты понимаешь, мне кажется, я тебя раз 30 уже успел убить. Ты просто в геймоде сидел. Нет, ты что, гонишь? Мы уже записываем больше, чем полчаса. Простите, я про него забыл, я спать уже. Никич в геймоде. Мия, Мия, Мия! Кря-кря-кря, Мия, Мия, кря-кря, Мия! Кря-кря, Мия! Ладно, Мия не хочет мне возвращать мою корону и мою золотую пушечку, поэтому я сам ее верну. Мия, так нельзя. Корона стала обратно моей. Мия дала снайпер. Мия дала снайпер. Мия снайперку. Дай. А, и вы считаете, что это нормально. Ладно, в следующей серии мы у нее заберем эту снайперку. Спасибо большое, ставьте лайкусики. Если набираем много лайков, набираем много серий. Отлично просто. Всем удачи и всем спасибо за лаги. Всем удачи и всем пока. Сума. Да хватит, Алона!